Один из самых популярных роликов последних дней – это видео, на котором 90-летняя бабушка из Саратова встретила на улице спикера Госдумы Вячеслава Володина и дала тому хорошенькую взбучку. Она раскритиковала процентные ставки и потребовала объяснить, почему ставка, под которой она хранит гробовые, ниже инфляции. Михаил Шевелев провел разбор этого диалога и попытался понять, почему тот стал таким популярным в интернете. Миш, привет. Антон, привет. Да, действительно, давайте посмотрим два маленьких куска из этого видео. Сначала, чтобы понимать, что происходило, вот как Вячеслав Володин подходил к этой женщине. Здравствуйте. Привет, привет. Привет, привет. Ну, вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Правильно. Ругаю нынешнюю власть с матерком, а я и вас ругаю. Хорошо. Да. Ну и вот после этого у них завязался долгий разговор, в котором минут пять бабушка держала за пуговицу Вячеслава Володина и буквально-таки отчитывала его. Вот самый эмоциональный фрагмент из этого видео. Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. Вот люди боятся говорить, кто работает, уволят. А? Вы же не боитесь. Ну, так я готова. Вот если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь все равно. А кого вы задели? Власть нынешнюю. Ну, как можно вот так говорить? Вот для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. После этого, конечно, началась бурная реакция соцсетей на это. Активнее всего шутили в Твиттере. И вот кто-то писал о том, что Вячеслав Володин наконец встретился с реальной экономикой. Видимо, в лице этой женщины, 90-летней, которая жаловалась на эти самые процентные ставки. Но также сочинили уже даже анекдот. Приезжает Володин в деревню, его встречает глава. У нас две проблемы. Первая – поликлиника осталась, а врача нет. Володин прерывает, говорит, сейчас разберемся. Звонит по телефону, говорит, все, разобрался. Ему говорят, а какая вторая, спрашивает Володин, проблема? Он отвечает, у нас в деревне вообще нет мобильной связи. Вот такая как бы хохма. А также эту ситуацию вообще сравнили с картиной художника Герасимова «Мать партизана». На ней женщина встречает немецкого захватчика. Довольно эмоциональная сцена. И автор этой картины, Герасимов, писал еще тогда, что женщину не могут запугать немецкие захватчики. За ее спиной родная земля, оскверненная врагами и залитая кровью родных. Священная родная земля. Ну вот аккаунт, который называется «Дочь Путина», видимо, сравнивает Володина в этой ситуации с немецкими захватчиками. Но оставим это на совести аккаунта «Дочь Путина». Володину говорят, напоминают, что сегодня не 1 апреля, а 30-е вчера. И говорят, что он зря пообещал жительнице Саратова не воровать, перестать воровать. Кто-то вспоминает и вовсе известную песню Надежды Кадышевой «Парней так много холостых на улицах Саратова» и добавляет, но Володин напоролся на наглую навальнистку. Вообще в Твиттере некоторые уверены, что это была постановка и что не верят, что Володин вот так просто шел по Саратову с камерой, встретил бабушку, увешанную орденами, но мне все-таки кажется, что это не постановочный, а искренний, действительно произошедший случай. Позже объясню, почему еще. А также эту ситуацию анализируют не только в Твиттере, где, конечно, очень много шуток уже. Отдельно и записывают ТикТоки по этому поводу, и люди комментируют произошедшее. Давайте послушаем. Володин такой весь уверенный в себе спрашивает, что, молодежь-то воспитываете? Здравствуйте. Привет, привет. Привет, привет. Ну, вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Правильно. Ругаю нынешнюю власть. Возникает вопрос. Вячеслав Викторович, вам не кажется, что чтение лекций для молодежи – это своего рода работа, которая требует оплаты? Вот эта бабушка, что она, кому там она лекцию читала? У нее есть желание, у нее есть опыт, у нее есть желание говорить. А организация для этого, которую должно сделать государство, в частности, даже с оплатой, чтобы, простите, старики могли позволить себе не только гречневую кашу. Нет, Володин не говорит, а чего вам не хватает? Может быть, чем-то вам помочь? Что ты, бабка, сделала для меня? Вот ты лекции читаешь, молодежь воспитываешь? Потребительское отношение.
Ну, на эту историю также, конечно, обратили внимание и во взрослой соцсети. В Фейсбуке, например, драматург Google-центра Валерий Печейкин сравнивает эту ситуацию с письмом Соловоя Жижика, философа, который обратился к Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета, и вызвал его на дебаты. Печейкин, собственно, эти обе ситуации описывает как встречу разных планет, разных вселенных, и пишет, что... На наших глазах произошло то, о чем писали фантасты. Контакт существ из разных вселенных. Володину повезло больше, бабушка держала его за руку 10 минут и не выпускала. Бастрыкину повезло чуть меньше. Жижик обратился к нему через YouTube. Но так или иначе, вот к разговорам о том, постановка это или действительно случившееся событие, после этого случая местные саратовские журналисты вспомнили, что еще год назад, на 9 мая 2020 года, встречали эту женщину, разговаривали с ней, и есть даже видео. Давайте посмотрим его. Ну, видишь, какой праздник, хреновый праздник. Вот этот вирус кончится, а потом начнется экономика. Там что будет, как ты думаешь, если она у нас вот-вот была на дне, а теперь она уже где будет, в тартарары? Это что теперь людям делать-то? Ну, как можно? При таком богатстве миллионы за чертой бедности. Ну, в общем, видимо, бабушка не первый год уже высказывает такие по-настоящему оппозиционные взгляды, но Вячеслав Володин уже отреагировал на эту ситуацию и, я бы сказал, мудро высказался. Он говорит, если только ты шагаешь, никого не замечаешь, это большая ошибка. И потом, это несправедливость. И самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности, выполняй, людей люби. У всех могут быть разные вопросы, кто-то доволен, кто-то недоволен. Ну, в любом случае... Это реакция его вот это на Это реакция диалог. Володина, да, он ответил журналистам на эту ситуацию. В любом случае, останется ли довольна таким высказыванием Володина бабушка, их разговор уже вошел по-настоящему в фольклор. И сегодня даже сам Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, цитировал речь этой бабушки. Почему сегодня у меня отняли все? Почему те, кто без конца воруют и врут, да еще походя крестятся, сегодня не говорят народу правду? Почему даже тот подарок, который мне полагался к 90-летию, я получаю через 3 месяца, и то меня вызвали для того, чтобы ее вручать? Почему инфляция выше оказалась тех процентов на деньги, которые я отложила на гробовые? Почему этот разгул преступников и мерзавцев поощряется исполнительной властью? Мемы, шутки, анекдоты и даже речи политиков. В общем, бабушка из Саратова, очевидно, уже вошла в такой народный фольклор. Спасибо, Миша. Михаил Шевелев о главном интернет-видео последних дней.